Всем привет! Сегодня я расскажу вам о том, как правильно подкормить ваши огуречки на зимнем окне. Огуречки большие обжоры, если честно, и очень любят покушать. Поэтому подкормки должны осуществляться в равных промежутках времени. В течение, через каждые 10-12 дней мы должны осуществлять подкормку. Так как земляной ком у нас ограниченный, и максимальный размер горшочка у нас составляет 3-4 литра, огуречки достаточно быстро истощаются, поэтому кормить их нужно различными удобрениями. На рынке представлены жидкие удобрения и сухие удобрения. Честно говоря, вот мне больше нравятся жидкие удобрения. Когда мы их поливаем, они достаточно быстро проникают в корневую систему, огуречек быстро кушает и растет прекрасно. Если вы сторонник органического земледелия, то можно, конечно, использовать не химические удобрения, а свои, которые у вас есть в приусадебном хозяйстве. То есть перегной настойный или настой кровяка. Огуречки тоже эти любят подкормки. Смотрите, то есть дело за вами, выбор ваш. Еще мы можем совмещать корневые подкормки с некорневыми подкормками. Мы можем вот такое вот жидкое удобрение в разбавленном виде разбавлять водичкой и брызгать по листу. Огуречки тоже вам отблагодарят, ну, активным ростом. И еще же я хочу сказать, что огурцы очень требовательны к влажности воздуха. Поэтому вот при выращивании огурцов на подоконнике я бы вам рекомендовала выбрать какой-то поддон, заполнить его гравием, поставить на них огуречки и увлажнять. То есть при нашем сухом воздухе в наших квартирах, но огуречки вам тоже скажут спасибо. Еще один маленький секретик из моих личных наблюдений. При посадке огуречка в землю добавьте туда древесный уголь. Он не просто только обогатит почву, но еще создаст дополнительное питание и также сохранит влагу в почве. Это тоже важно при выращивании. Еще для того, чтобы ваши огуречки хорошо кустились и плети были достаточно много, то есть на каждой плете дополнительно еще образовываются завязи, нужно огуречки правильно прищипывать. Огурцы мы прищипываем на основном стволе над 5-6 листочком, а на междуузеле делаем на 6-7 листочком. Это тоже очень важно, не забудьте про это. При правильном уходе и при вашем терпении с одного кустика мы можем собрать до 30-40 штук зеленых друзей к вашему столу. Я думаю, что это будет здорово. Оставайтесь с нами. Всем пока!